пятницу в Самарской области будет пасмурно. Повсеместно пройдет снег, местами сильный. Продолжится процесс потепления. Так, днем минус 10, минус 14 градусов, а ночью уже 4-7 ниже 0. Ветер южного направления усилится. 6-9 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, в течение дня будет идти снег. Днем минус 9, ночью 4 градуса ниже 0. В Тольятти тучи и сильный снег, днем минус 11 градусов, ночью минус 6. Южный ветер 9 метров в секунду. В Самаре пасмурно, осадки в виде снега, днем минус 12, ночью минус 7 градусов. Ветер южного направления 6 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.